85 сотрудников школ сегодня играют в настольный теннис. Марина Павловна Вилаева – учитель физкультуры в 55-й школе, а в свободное время занимается спортом. Это и лыжи, и скандинавская ходьба. Марина – мастер спорта по лыжным гонкам и всегда рада принять участие в спортивном соревновании. Тем более, что попробовать свои силы в этом виде спорта можно вместе с коллегами. Это здорово, замечательно, потому что в командах же встречаются не только учителя физической культуры. Вот у нас, допустим, педагог по воспитательной работе, у нас учитель начальных классов играет, два учителя физкультуры. В других школах, я знаю, учителя иностранного языка, математики. То есть здесь хорошо, что люди подтягиваются к этому движению. Идея проводить спартакиаду возникла у отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Петрозаводска 4 года назад и пришлась учителям и другим сотрудникам образовательных учреждений по вкусу. Число участников за это время существенно увеличилось. Спартакиада – это популяризация здорового образа жизни и сплочения коллектива. Это у нас третий вид программы этой спартакиады. У нас прошло плавание. У нас будет еще волейбол, вот, настольный теннис и легкая атлетика. Поэтому все предельно, скажем так, системно, и люди стремятся, и самое главное, люди готовятся к этому. Мероприятие прошло при поддержке Федерации Карелии по настольному теннису и директора 55-й школы Римме Ермоленко, которая предоставила залы и спортивный инвентарь. Первое место заняла команда школы номер 39. Все победители получили кубки, медали и дипломы. Александра Моисеева, Борис Касьянов, служба новостей.